Итак, привет, мы ненаглядные. Ну что, у нас тут четвертая серия Half-Life VR, Half-Life 2 VR. Так, давайте загрузимся. Так, это же, наверное, вот этот последний сейв, да? Давай, пока. Короче, такая тема. Описывал я на выходных три серии. Вот, как будни наступили, уже времени столько не было, поэтому там... Не знаю, как получится записывать еще, но на следующих выходных, там, в субботу, воскресенье, я уже думаю, там, записываю так добротно. И надеюсь на это. У меня будет такая возможность. Опа, подписка. Музон качает, да? Ебануло. Должно было быть. Давай, 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 давай сюда. Опа. Ничего так. Тихо. Не оторвались. И чё? Куда вертолёт свалил? Я понял. И чё мне с тобой делать? Не понимаю. Понимаю. Если получится. Опа, получилось. Вот ты засранец. И все равно достало. Еще накидывает. Ну я знал. Сейчас прилетит. Давай сюда. Боже, и комбайны высаживаются. Ах ты! Так. Не сюда, не сюда, не сюда, не сюда, не сюда. Блин, я думал, это комбайны, это их веревки. Блять, 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 блять. Сюда, 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 сюда. Чё, справимся. Mm-hmm.
Так, типа попытка номер два, да? Ладно, хоть ППшку положили. Блин, на ПК, конечно же, тут скажу проще. Это за то, что управление очень чувствительное. Опять. Не, нормально. Ховаемся. Так ты ж мне тут не достанешь. Все, тут можно слезть. Давай-ка съедем отсюда. Ты ж меня тут не достанешь? Хочет, но не достанет. Так. Здесь есть что интересное? Нет, надо сходить туда подлечиться. Вот не достает, типа, сейф-зону. А, так. Сохраниться. Давай сохранимся. Новое сохранение, давай. Сохранить. Так, что тут? Что тут? Ничего тут. А, это если я слечу, типа, можно отсюда подняться, да? Ага. Вот оно чё. Ну, подожди, мне ж туда. Не понимаю. А под вертолет выходить стрёмно. Ну чё, рискнуть сюда, свалиться, что ли? Всё, бегу. Ладно, давай рискнем. Ну, погнали. Слушай, а чё мне рисковать вообще? Взял тут да перемахнул. Вот и все. Оу, май. И я застрял. Ну, не до конца. Ну ты, дядя, бесишь, реально. Все, отвали от меня. Сейчас найду где-то мед такой. И собью тебя. Все, ну здесь можно уже на своих двоих походить. Кример, блин. А все.
Так, я слышу знакомого засранца. Он улетел. Еще одна аптека, но мне пока не нужна. Так, а что тут? Я, кажется, догадываюсь. Ты наверняка сюда. Слезь отсюда. И что? Куда я провалился? Что тут вообще происходит? А что блокируют? Так, ну ладно, я там видел лестницу. Короче, головоломки начинаются. Полезли наверх. И чё, мне типа сюда спрыгнуть? Хотя чё я удивляюсь, это ж хайфлайф. Нормально, даже хпшку не сняла. Тихо. Блин, стрёмно это ощущается в очках VR. Так, ну и чё, ну я здесь вот. А, мне наоборот сюда груза, наверное, наложить надо, да? Типа, вот стиралка. Давай стиралку. Всё, понял. Мне больше груза. Лучше, как говорится. Так, я ж тут не расшибусь. Вроде не расшибся. Ага, и перемахнуть типа туда, да? Блин, так не хочется драндулет уже брать. Эй, вы же Фримен, верно? Не верю собственным глазам. Доктор Гордон Фримен собственной персоной. Вы как раз вовремя, док. Нам нужно уйти, пока... Нажимаю налево, он направо поворачивает. Все, ну заберите у меня это. Поспешим. Нам нужно сворачивать лагерь и уходить. Приветствую, Фрима. Здорово. Пойдемте, я покажу вашу задачу. Что это у тебя? За пулемет тут такой. Это я заберу, пожалуй. Содержимое. Ага. Есть что еще чем поживиться? Подожди ты, подожди. Флиману нужны запасы. Флиману все надо. Че, все? Ничего больше нету?
там что у вас? Вроде тоже ничего. Да пошли, 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 пошли. Погнали. Оп. Ящик с инструментами чуть не угонил. Давай, показывай. Давай, давай, давай. Вот, взгляните сюда. Это дамба. Она прямо по курсу. На старый газ прячется Элай. Рукой подать от дамбы. Но попасть туда с этой вертушкой охотником на хвосте, считайте почти нереально. Хорошие новости. Вартигонд что-то там шаманит под вашим катером. Так что он станет помощнее. Кажется, он уже заканчивает. Выходите. Ты куда уставился? Туда? О, ты пулемет мне нашаманил. Ну вот и мы. Мы сняли эту пушку с такого же охотника, как и твой враг. Какая ирония, просто душа радуется. Сбейте вертушку и сможете прорваться к базе Элая. Фримен должен взять это оружие, иначе он пожалеет об этом. Обещайте, доктор Фримен. Вот это я понимаю. За свободу! Задайте ему шару, доктор. Задам, задам, задам. Поехали. Вот это теперь я понимаю. Вот это теперь Nice Transport. О, как тебе такое? Долго издевался надо мной, да? Кто-то же. Слушай, ну я тебя не победим. Давайте поцелую армию сюда. Что, серьезно? Кому? Грач кипил прям. Если я тут не покусь, никто что отражать не будет. А, это пустые коробки. Я понял. Вот оно как. Ладно, давай. А если я? Ладно. И жалко, пушка перегревается. Это ты хорошо спрятался. Да возьми ты уже его.
Вот так вот. Так, эту хрень я ж не могу сбить. Ладно, фиг с тобой. Меня, походу, бессмертная. О, ты кто? Я так понимаю, на такого он не рассчитывал. Тихо. Давай, схожу, потом налево съезжу. Тихо. Ох ты! А ты с друзьями, оказывается, ходишь, да? Где твой друг? Подстава была. Ну ты, блин. Ловушку устроил мне. Что там за звук? Что это за звук? Откуда он? Откуда-то оттуда. Слушай, мне это стало интересно. Что-то какая-то пасхалка. Half-Life-овская. О, вроде куда надо. Нет. Это что-то за чел лежит. Ну, я вроде вариантов добраться до него не вижу. Ладно, хрен с ним. Подожди. Так, ну челика я сбил. Ну, звук не исчез, да? Слушай, а если сбить вот эту посередине? Ну, слушайте, извините, конечно, все хотят прохождения, но мне тут реально интересно стало. Хм. Ладно.
Будем считать, это просто какой-то пасхальный звук. Блять, ворочаешься. Нажимаешь налево, он направо едет. Нажимаешь направо, он тоже направо едет. Там кто? Скидываешь. И чё? Ты мне типа тут предлагают слезть и пройтись пешочком? Не, ну давай. Я не против. Так, ну и чё тут? Просто огонь. Типа туда я не заберусь. Потому что я не против оставить этот транспорт тут. Ты что, да пропадем от пропа, нам, если честно. Опасный уровень радиации. Ай-яй-яй. Состояние ухудшилось. Да, вижу я, что не улучшилось. А как мне тут перемахнуть? Опять там по боковой этой. Так, ну эта хрень даже не разрушается. Ну да, только так. Ну что, сохраним? Слушайте, давайте-ка я сделаю лучше две небольшие серии, зато будет на несколько дней. В общем, спасибо за просмотр. Это была четвертая серия Half-Life 2 VR-моды. Ну, лайки, подписки. Приветствую, всем спасибо и пока.